друзья! Всем привет! С вами Константин, и вы на канале Бостон Техник. Сегодня к вашему вниманию представляем жатку зерновая под Енисей. Комбайн, к сожалению, сгорел, а жатка осталась в рабочем состоянии. Давайте рассмотрим ее детальнее. Жатка стоит, чуть-чуть подржавела. Ну, это ничего страшного, все меняется, все смазывается. Так что, если кому-то нужна, пишите, звоните, приезжайте. Все покажем и расскажем. Пока!